Иштенбек, хорошая курочка в красных штанишках. Потом поем. Да ну нахер, я конечно помню, что-то там Мара это какая-то там у них богиня. Пираты вроде тоже везде в готике были, и в Райзене особенно. Что? Пеппи. Но твою мать, так наседать на уши. Вообще ни о чем. Я надеялся, что утром будет хоть что-то получше видно, но, как видите, ни черта. Все так же размыто, как одна большая такая текстура. Как будто там нет ничего, кроме картинки. О! Вы все говно! Так точно! Я сейчас буду плевать на вас по очереди. На тебя буду плевать с первым. На тебя буду плевать вторым. Тебя буду плевать треть. Во рту пересохло что-то. Отставить плевательный прием. Здрасте, генерал, я прибыл. Я пытаюсь научить людей дисциплине. Ты не видишь? А я плюю на них. Лучше научи их драться. Превосходная идея. Хочешь помочь? Хочу плюнуть. Ну, если надо. Скажи, когда будешь готов. Хоть сейчас. Давай тренироваться. Солдаты, внимание! Сейчас будет поединок. Давай же! Ах ты! А как? Так, так. Покажи, на тебе! Козу, ах ты, козлина! Наконец, с тобой закончился. Я лучше буду на вас плевать. Давай, давай иди сюда, очкарик поганый, я тебе сейчас покажу. Иди сюда. Сейчас я буду на тебя плевать. Чертов уродец. Ты это все, что ты можешь. Одной лекции. Даже не знаю, что тебе ответить. И не пошел бы ты нахер. Я лучше... О, мак. Ягоды маки. Я лучше маковую соломку сделаю. Так, я видел там пещеру. Почему бы не сходить? Собственно говоря, чё-то здоровье. То ли не устанавливается, то ли... Очень фигово устанавливается. Настолько фигово, что я этого не замечаю. Видимо, вообще не устанавливается. Это очень будет плохо. Зато... А, нет, они 2D-шные. Только хотел сказать, что каждый листик прорисован. Да фиг там был. Как вообще яблочки поставить на... Или я не брал яблочки? Я брал курочку. Вот я курочку хочу. Полезная. Курочка самая полезная. Эй, где моя курочка? Что это такое? Уж не хотите ли вы мне сказать? А, это золото просто. Оно непонятно зачем туда впихнуто. Ракушки всякие подобрать ничего нельзя. Давайте дойдем до конца берега, может там что-то есть. С такую, какую-то такую... Приглушенных цветов. На картинках все яркое, здесь какое-то все зеленое, однотонное. Странно. Прям очень-очень странно. Лагает еще. Стоять! На меня уже тут сегодня один нарывался, который не дал мне даже выхватить оружие. Гады! Я вас похороню заживо, после того, как убью. Ты будешь свой поганый пестик доставать? О! Ах ты! Маринад квашеный! Спасибо, я уже догадался. Грабить труп краба. Грабить труп рыбы. Что? Светящийся шар? Корабельные обломки. Мне нужно собрать, что ли, 1,6 корабельных обломков? О чем мне никто не сказал? Сейчас еще кто-нибудь вылезет по-любому. А. Еще один светящийся шар.
Видимо, ничего другого от них ожидать не следует. Это что-то какая-то простая деревяшка. Окей, дальше, значит, никак. Господи, я аж испугался. Зачем так делать? Хоть бы убрались, тут люди гуляют, отдыхают, целуются. А вы тут трупы пораскидывали, черт бы вас побрал. Уже половину коробочек я собрал, какой молодец. И Штанбек аккуратен во всем. И Штанбек любит чистоту и курочку. Якорь. Супер грациозная конструкция, блин. Что, раковин? Я казался раковой. Так, это я вообще куда взял? У меня даже не появилось высвечивание надписи, что я что-то взял. 4. Там что у нас валяется? Кто-то шумит. Или мне кажется. Так, персонаж прыгает как. Я даже не знаю, как это назвать. Хоп, хей, ла-ла-лай, и Штанбек прыгай веселей. Я лучше не буду это комментировать. Так, 5-й, я вижу 6-й. Раковину почему-то можем собрать. Красивую громадную морскую звезду. Нет. Так, квест был выполнен. Чё за квест? Что за квест? Так, погодите. А не город ли это из Райзена первого? Прибрежный. По-моему, он. Растения такие же. Я что-то вот купол какой-то вроде как знакомый. В Райзене был один нормальный город. Если там есть какая-то часть, которая находится в пещере, трущобы такие, то это точно тот город. Окей. Давай тренироваться. Давай тренироваться. Солдаты, внимание, сейчас будет поединок. Да что ж ты такой резвый? Ай! Давай же! Отличная работа. Хватит протыкать. Это было жестоко. Мое тельце. Это было жестоко, да уж. Куда он стрельнул, я не понял. Дурацкий абсолютно бой. Система боя. Куда мне нужно, я, честно говоря, запутался. Ну ладно, поднимемся сюда, смотрим, что там есть. Не, этот город как-то пограндиознее будет, вообще большой. Правда, туда везде нельзя, наверное, только в порт. Чё там нам надо-то? Так, активные задания. Петти кое-что выяснила. Ей нужен корабль. Мы должны поговорить об этом с Карлосом. Да выйди ты отсюда, черт возьми. Начинается опять агония, которая была поначалу в Скайриме, когда я ругался на интерфейс этот приставочный. Здесь такая же ситуация будет, я чувствую. Ты чё встала? Тебе ноги поломать, надо, что ли? Надо дать ей поспать. Надо дать ей поспать. Да она сама тут что-то. Не надо ей ничего давать. Пускай сама дает. Так, Карлос. Среди вас нет Карлоса? Рекруты поганые. У вас даже имен нет. Вы никто, поэтому я плюю на вас. Текс. А, вот она сходка. Положение не изменилось. Пока армии Уртигора и Измаила воюют на севере. Измаила. Но как только один из них одержит победу, он пойдет маршем на Кальдеру. Из этого мы и должны исходить. И пока это не произошло, мы все должны уйти отсюда. Значит, Высочайший Совет наконец проголосовал за эвакуацию Кальдеры? Высочайший Совет колеблется. Он хочет, чтобы мы побольше узнали о Новом Свете, прежде чем покидать Кальдеру. А что собирается Высочайший Совет делать с угрозой со стороны Мары? Кракен стоил нам уже немало кораблей.
В этом деле появились новости. Мы сейчас охотимся за оружием, которое могло бы быть достаточно мощным, чтобы уничтожить Кракена. Я послал на это дело гамбургер из МакДака. Что может человек противопоставить этому монстру? Харизму! Я кое-что умею. Я могу его соблазнить, например. Это уже мои трудности. Просто довези меня до Токаригуа. Значит, это твой лучший человек. Высочайший я не это. Знает об этом. Я же сказал, появились новости. Ты же знаешь, как быстро Высочайший Совет принимает свои решения. Понимаю. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Хоть трындеть ни о чем. Когда будешь готов, отправляйся на корабль к Себастьяну. Черная Бетти отчаливает сегодня. Блэкбэдди, пэм-рэм-прэм-пэм-рэм, Блэкбэдди. Потом на другой стороне острова найдешь пиратское гнездо. Тик. Никто не должен знать, что я из Инквизиции? Ни в коем случае никто не должен заподозрить тебя в связях с Инквизицией. В особенности это касается личного состава гарнизона на Токаригуа. Только Себастьяна знает о твоей миссии. Для твоей же собственной безопасности будет лучше, если так и останется. Я грёбаный агент под прикрытием. Если пират узнает, что ты из Инквизиции, можешь попрощаться с жизнью. Спасибо. Могу уже прощаться? Да, можно, да? Заранее, может быть, письмо написать прощальное. А когда я прибуду к пиратам? Завоюешь там доверие Стальной Бороды и узнаешь, какое оружие пираты используют против Кракена. Заполучи его и сразу же возвращайся сюда. Лучшие хиты Верки Сердючки они используют, черт возьми. Я не могу доверять нашим людям. Мы не знаем, в каких отношениях они с пиратами. Поэтому будь осторожней. Все понятно. Если это оружие существует, оно должно быть у нас. Я полагаюсь на тебя. И помни, с настоящего момента ты больше не являешься официальным членом Инквизиции. Да и пошел ты. Не хочу я ни в какой инквизиции участвовать. Слишком у вас тут скучно, никаких насилий, пыток, допросов, черт возьми. Зачем вы тогда инквизиции назвались? Вы сами не понимаете, кто вы. Я лучше яблочко скушаю. Че ты? Ну как, спала как убитая? Ага, только убитую не разбудил бы ор этого сумасшедшего снизу. Как только ты выдержал здесь все эти месяцы? У меня был друг, крепкий парень по имени Ром. Я смотрю, и правая рука. У вас с отцом одни и те же друзья. Вы бы с ним поладили. Ты сказала, что тебе нужна моя помощь? Рассказывать особо нечего. Отец высадил меня на Фаранге, оставив мне карту и страницу из дневника. А на этой странице говорилось, как найти сокровище. И не просто сокровище, а его сокровище. Не хватало лишь одной детали. На каком острове оно зарыто? Это я и собираюсь выяснить. Ты все еще хочешь найти сокровище своего отца? Не я, мы. Ты поможешь мне найти сокровище отца, а я тебе найти твое оружие. Женщина, у тебя нет сисек, поэтому я тебя не могу слушать и доверяться тебе, понимаешь? Как бы, ну, нечему доверяться. Договорились. Ты не пожалеешь, будет весело. А других выживших на берегу не нашли? Нет, мне жаль. Ох, бедняги. Ну хорошо, тебе наверняка есть чем заняться, прежде чем мы отправимся. А потом приходи на корабль и не задерживайся. Ты как не пиратская пиратка. Базаришь слишком много, так и хочется. Пополам мечом так хренась. И все, и тишина, и спокойствие. Я что, в одном сапоге, что ли? Да нет, в двух. Она тоже в двух. Боже, тут чья-то нога валяется вместе с сапогом. Кошмар. Так, я вроде все взял отсюда. Я в пещеру так и не сходил. Вот в чем прикол. Я аж собирался идти в пещеру, а в итоге опять нарвался на этого поддатого идиота. И начал собирать провиант. Давайте сходим.
Посмотрим, что там к чему. А то, может быть, сюда больше никогда не попадем.